сейчас мы едем забирать кое-кого. Глядите, как все наряжено. Рождество. Будет Рождество. Это будет наш предновогодний подарок. Видите, какая классная елка уже. Еще бы повесили на нее кучу парфюмов. Класс. И такую люстру домой хочу. Классные шарики. Городок с одним магазином. Это папа, это... Han var veldig dyr, nei. Kater før. Кот мой спит, но, конечно, когда начинаю снимать, он начинает сразу смотреть. И вот на камере он почему-то такой большой, а на самом деле он такой маленький. Он меньше кошки, которая у меня была. Вот, такой хорошенький, в одеялочке спит. Сегодня проводили детей, мы с ним в школу. Холодно было, он замерз, но я его, конечно, честно говоря, я одела ему свитер и за пазухой несла, но все равно вот он устал, теперь спит с игрушкой. Будет спать. Даже не передашь на камере, какой он маленький, какой хорошенький. Этот котеночек, который спит. Замерз, теперь греется. Это наш новый кот. Да, и зовут его Шторм. Порода он далматинец. Познакомьтесь, ему всего 3 месяца. Такой маленький, хорошенький. Сейчас пыталась пропылесосить, он очень испугался. Такой ручной. Это вот мой подарочек на мой юбилей. Такой всем на радость. И маме, и детям. Хотела я, конечно же, квартиру и Тесла, но решила, ладно, парфюмы есть, брюлики есть, пусть будет вот такой еще один маленький сыночек. Да, и все его очень любят, да? И дети любят, и муж любит, все с ним нянчатся, а с рук он вообще не слазит. Вообще не слазит. Очень-очень ручной.
Очень игривый, очень добрый и, самое главное, он умный. На первый день он не сильно так лаял, когда спал один. Он ночью спит у нас один. Вторую ночь он вообще не выл, а спал. Я вам покажу его место потом. Вот. В туалет он первый день сходил и писит он у нас на пеленку дома. Так что у нас дома нет никаких проблем. И в туалет мы выводим его 3 раза, и он все там прекрасно делает. Так что вот такая у нас прелесть появилась. Пытаюсь его уложить, потому что с рук не слазит. Маленький еще. Вообще не знаю, как его положить, чтобы он уснул и самой чем-то заняться. Потому что это просто заходит, как собачка по пятам. Вот, и с рук не слазит. Просто на руки. Пылесос испугался, теперь вообще с рук нету. Надо, видно, чтобы кто-то на руках держал, пока мы пылесосим. У меня дел полно, и вот сидит тут. Сейчас игрушками его обложила. Может, посидит здесь немножко на диване. Такой маленький, он меньше, чем игрушки. Собачками. Он, кстати, с ними спит. Дети ему дали эти игрушки, он с ними спит хорошо ночью. А вот один днем сидеть, пока я хожу, не хочет. Вот такой малыш. Да. Не хочет он сидеть пока один. И вот не знаю, мне тут надо протереть, убрать одежду. И никак я это сделать не могу. Вот. Жду младшего. Он меня заменит. А мне сейчас к Ксению ехать забирать. Да? Что это такое? Что это такое? Что это за ребенок такой маленький? Умный, но еще без... умный, но бестолковый. Умный, но с рук не слазит. Да, не слазит он с рук. Не слазит. Я сейчас делала курицу и ела курицу. Эх, как он за мной бегал. Кто бы знал, что он любит курицу? Кто знал, что он любит курицу? Что это? Далматинец, глядите, какие пятнышки. Все, опять на руки надо сидеть. Хотя бы прижаться, но надо на руки. Хотя бы чуть-чуть, да? Хотя бы чуть-чуть. Но прижаться. Что это такое? Что мне все дела? Как я завтра буду убираться, я не знаю. Что я буду с тобой делать? Закрыть тебя в туалете? Пищи там, сиди. Что? Шторм. А? Первый костюмчик готов. Шапочка с бомбоном и свитер. Ай, такой смешной. Это связали мы ему за один вечер. Такой смешной. Шапку не хочет, конечно, но... Что это за пес, а? Что ты за пес такой? Снимает шапку, он снимает. Это что за жопа? Шторм, ну что это такое? Мама вязала шапку, он все снимает. Ну снимай, давай. Давай свитер показывай. Кто-то уснул. Что? Шторм. Малявка, малявка такая. Да-да. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. И пойдем вниз. Пойдем вниз, Ксюхе ногти делать. Да, пойдем вниз. Хватит маме видео смотреть тут. Мама отдохнула полчаса от детей, от всех. Да, посмотрела видео, повалялась в своей комнате. С собачкой поиграла. Такая развлекаловка у нас дома. Утром он будет детей, и у всех
у всех утреннее хорошее настроение, тоже всех облизывает, хвостом виляет, радуется. Все идут его выгуливать. Такой он великан, такой хороший. Так что все поднимаются с хорошим настроением, потому что он радуется, мы радуемся. И дети в хорошем настроении поднимаются. Встают, в общем. Да. Кусачий такой. Но зубы острые. И кусается больно. Я ж тебе не кость. Я тебе не косточка. Не косточка. Такой хорошенький. И добренький, самый главный добренький. Сегодня дали ему такой собачий корм. Консервы дали. Вот он сегодня у нас объелся, и живот толстый сегодня. Да? Такой толстенький сегодня. Ты толстенький. Пятнышки такие, как далматинец он. Курносый нос. А уж как у бабочки. Крылья. Да что ж ты, как больно кусаешься-то. Толстая морда. Вот так с ним целый день и играть. То спит, то играет. Сейчас холодно, часто на улицу не выводим, но быстро дела делает и бежит домой прям со скоростью света. Связали свитерочек и шапочку, теперь на улице. Такой красивый, да. И так тепло. Вень, kannst du konvertis? Иди сюда. Сторм. С бомбончика. Ой, не могу. Сидит, не хочет. Ты не хочешь идти, да, на ручки хочешь. Такой. И мы все с ребеночком. Идем в поход, какао пить.